have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, чувствуем прилив сил, и так, давайте сначала, куда я сначала-то хочу пойти? Мы там планировали за тремя оружками сходить, одно находится возле, в дереве, в дереве надо будет, так, мне нужен Хексон, хорошо, хорошо, давайте начнем с того, что мне нужен Хексон для того, чтобы проклять оружие, проклятье, хорошо, для этого нам, наверное, нужно будет... Были мы тут с вами недавно, помните это место? Причем мы были здесь, находясь совершенно в другой игрушке. Хексон у нас вот здесь находится. Ну-ка. Я надеюсь, у меня остались хоть какие-то души, честно. Я просто не помню. Поэтому... Так, давайте будем посмотреть. Нет, стой. Ну, а по... Наложить проклятие на снаряжение. Какое оружие желаешь? Акульи зубы. Боевая коса. Скиметар. Давайте на свое точно. Нет, хотя... Я могу бить заклинание. Не знаю, заклинания бьют, кстати, призраков? По-моему, бьют. Мне кажется, что бьют. Давайте тогда на боевую косу наложим. Блин. И, наверное, наложим проклятие... А больше не наложен, да? Хорошо, ну, по крайней мере, у нас сейчас есть два... Ну, не то чтобы два оружия, а два чего-то, что может бить призраков. Так, тушеный рагу, кому там? Кахара слаб... Кахара, блин, ты... Короче, смотрите, такая штука. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Страх овладевает. Блин, а это я уже начинаю. Именно я начинаю. Мне нельзя бояться. Мне нужно бутылочку эльца для победного рывца. Мне нужно, нужно, нужно. Давайте я сначала схожу. Может, ну его нафиг? Может, давайте попробуем с воронкой подраться? Хочу ли этого? Нет, ладно, мы уже здесь. Так что подождите. Давайте я схожу в дерево. Да ну нет! Возможно, тьма, да-да-да, я будто в этой тоннели медленно закручиваю. Думаю, мне нужно дышаться немного и идти без меня. Это не самая лучшая идея, оставаться позади. Тьма затуманила мой разум. Не обращай внимания, продолжим наш путь. А вот и воронка. Оно само ко мне пришло. Иди сюда, тварь. А где? Да что она слегка голодна, меня как-то не особо волнует. Он, наверное, пришел с той стороны, да? Вряд ли со входа. Я думаю, он пришел со стороны туннеля. Зачем? Я не собирался, нет! А какой промах, ты чё? Оно же меня сейчас огнем бить будет. Нельзя. Фух. Ребята, фиг ли вы мажете-то? Давайте убивайте его и все. Мне нельзя жизни на этом терять. Я слышал... А, это я вот этих двоих. Так, я заодно только что покормил нашего мага. Так, хорошо. Я не собирался с ними драться, я случайно. Клочья, талисман очищения, а после отрываешь кусок ткани, остатков его одеяния. Нормально. А тут тоже будет один талисман. Кусок ткани просто. Камень душ. О, мы можем пойти... ну, по сути, получается, это легкие камни душ. Так, стоп.
Я точно знаю, что мне надо. Вот это мне надо. А где эта мелочь? Ну, не мелочь, конечно. С ним все равно будет тяжелый бой, даже несмотря на то, что он ослеп. Но... Ну, а ты где? Погоди, ну, в комнату ворвалось что-то. Не, ну я так не играю. Давайте тогда вот так сделаем. Отдохнуть, сохраниться. Да, орел. А мне еще и повезло. Что я получил? Получил... Я проклял оружие. Я это... Ну, короче, по мелочи немножечко... Нормально, оно того стоило. Пойдемте теперь тогда к воронке. Пойдемте к воронке. Если я правильно помню, это нужно будет напрямую прям поспать в его кровати. Как в сказке про медведя, да? Кто спал в моей кровати? Кто? Вот, ну, в общем, тут такое же самое будет. Сейчас пойдем поспим в его кровати, он придет, разозлится. И можно будет, наверное, его немножко пощупать. Только, наверное, сохрани пройдет. А вот это я могу сейчас выбить? Как ты можешь по железной решетке промахнуться? Извини меня, пожалуйста. Давайте все попадем. Ребят, не промахиваемся по двери. Есть. Вот, видите? На 4 удара ее получается открыть. Так. Точно. Привет, чувак. Обезображенный труп, похоже, бедняку нещадно пытали множеством способов. Его из шеи торчит гигантская пара ножниц. Взять их. Да, находишь ножницы, голова отваливается. Спасибо. Заплесневелый бред. Грязь. А, обезображенный труп гниет здесь... О, да, до свидания. Так, мне не сюда, мне вот сюда, по-моему, да? Ну-ка. Ну, такой себе лутецкий, кстати, давайте мясо пожарим. Огонь меня успокаивает. Das Feuer liebt mich. Давайте решку. Прикиньте, повезет. Не повезло, окей. Да, воронка пришла. Предмет. Красный флакон. А прикиньте, промажу. Надеюсь, что нет. Да, он ослеп, хорошо. То есть у него до сих пор все шансы по мне попасть, просто эти шансы стали гораздо меньше. И дубину мы ему отрубили. Отлично. Давайте мы ему вот эту вот руку тоже уберем. Отлично. Ноги теперь надо вырубать. Ай! Но я вроде... Я надеюсь, что я не ослеп. Там железная маска нужна была, чтобы вороны глаза не выклевали. Я надеюсь, что я не ослеп. Промах. Блин, понятно. По-моему, я ослеп. Понятно. Вот теперь я ослеп. Так, а как от ворон... И почему ты именно мага клюешь? Чтоб тебя... умение... Поговорить. Давайте убегаем и будем загружаться. Побег не удался. Ну, блин, я тут застрял. Ладно, подождите тогда, ребят. Вот так, кстати, выглядит игра без глаз. Офигенно, да?
загружаемся. Меня 2 удара от победы отделяло. Пойдемте. Ну, мы, в принципе, второй раз сохранились, так что тут с этим все хорошо. Единственное, что я, наверное, тут дверь сейчас пока что ломать не буду. Давайте я уже подожду. Убьем мы ворона или не убьем. Я, в общем, для себя такую вещь решил. Я не буду сильно прямо сейчас заморачиваться с ребятами из моего отряда. Если кого-то будут убивать, травить и всякое такое, то, наверное, я их буду просто потихонечку менять скелетами. Наверное, мне хотелось бы выиграть в фулл-пати. Но раз уж я играю за некроманта и всякое такое, то мне просто выгоднее будет ходить со скелетами. Прикиньте, оно сейчас сохранит. Нет. В общем, еще раз пробую драться с воронкой в эфире. Если не получится, то буду убивать его за кадром. Вернемся, когда убью. Так, предмет. Красный флакон в глаза. Бы я тебя не видел. Отлично, выжигаем его. Выжигателем мозга. Так. Какой нафиг промах? А, отлично. Он его клюнул и промазал. Бейте его все по репе сейчас, блин. Они будут промазывать. Несмотря на то, что он без ног, без рук. Ага, понятно. Понятно, да-да-да. Угу, конечно. Супер. Кахара. Нормально, даже не ослеп. Отбейте ему руку. А потом бейте по торсу. Это наш единственный шанс сейчас. А вы руку за 500 урона не снесли ему? Красавчики. 2 раза промазал, хорошо. Минус рука. Это, по-моему, то ли единственный, то ли один из немногих монстров, который не получает дебафов при перебитых ногах. То есть... А, то есть вот так вот. А я думал, я буду загружаться. Отлично. Камень душ, да. Пожалуйста, хочу. Теперь он... Та-та-та-та-та. Истязатель, обыскать. Ключ с эмблемой ворона, да. Отлично. Освеживать. Снимать с него кожу бессмысленно. А придет ли сюда... Эта комната, кажется, относительно безопасной, сохранится. Придет ли сюда этот здоровяк, если я сейчас тут сохранюсь? Пойду-ка я, наверное, сохранюсь в обычной комнате, ну его нафиг. Сходить за мя... Кстати, да, насчет миазмы, спасибо, вы мне подсказали, что ее можно дать скелету. И ему будет пофиг, она не будет его сводить с ума. Я, да, ну, как бы это логично, но я почему-то об этом сразу не подумал. Мозгов-то там нету. А вот теперь такой вопрос. Блондинчика, я понимаю, что у него настолько крутая сила воли, что миазма его не сводила с ума. Но возможно ли, что он просто идиот? Во взрывной флакон. В этот раз лут по... Ай, извиняюсь. В этот раз лут получше будет. Так, ножницы взять. Валим. Просто валим посерединке. Нормально. Рабочая формула. Теперь идем сохраняться. Тогда, пойдите, я сейчас сохранюсь и вернемся. Итак, ребят, мы сохранились. Теперь имеет смысл сходить за миазмой, как минимум. Сразу же... Ну, то есть, я не вижу повода не ходить за ней. А может быть, мы там кого-нибудь из стражей тогда грохнем? Черт его. Кстати, а тут... А, вот эти ребята на нас не нападают. Тут мы можем спокойно перемещаться. У нас есть одно проклятое оружие. Я не помню, миазма, оно считается проклятым или нет? Его... Это... Да, точно, это сюда. Прям куда нам надо.
повезло. Восточный парфюм. Я нахожу. Так, я нахожу его очень утонченным. Не то. Дверь, которая открывается изнутри. Так, гули, эти кишечные дрыщи. Скелет. Вот, один скелет здесь есть в подвале. Надо запомнить, потому что я видел скелетов то тут, то там, но я позабывал их расположение. Тут это кишка, которая вряд ли подыму. Давайте я их поубиваю, слушайте. Пока что это кажется неплохой идеей, а там посмотрим. Ну, если не промахиваться, то все хорошо. Просто когда ты один, то они тебя заражают, чем только можно заразить. А вот когда ты в пати... Да, наполнить, пожалуйста. Пуст. Жаль. Да, наполнить. Тоже пуст. На два флакона хватило. Печаль. Что я скажу? Я не хотел, чтобы так было. Так, вот этот гельминт. Ну-ка, ну-ка. Флакон с вином. Найди меня, позволь. Дверь закрыта. Используешь ключ. Отлично. Голоса в голове. Желаешь ли ты овладеть мной? Привет, Миазма. Давно не виделись. Короче, буду я его носить сам пока что, пока у меня не найдется скелет. Потому что, как минимум, я за своей психикой буду следить немножечко. А, ну да, да, конечно. Ну, очень сильно прибавляет урона, да, согласен. Акульи зубы можно будет... А чё я там копье зачаровывал? А когда ты успел так проголодаться? Ритуальное копье? Наконечник покрыт ядом. Погоди, ты... Да, ты у нас с длинным мечом. А по идее, акульи зубы чуть-чуть получше. Хорошо. И ты с ритуальным копьем. А, слойте, ножницы, точно, 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 ножницы, они же там с каким-то... Требуются две руки. А я проклял боевую косу. Ой, дурак. Можете ничего не говорить, сам понимаю. Я не то проклял. А, значит, мне получается... ну ладно, миазма... Получается, я могу накладывать проклятие только на то, что в инвентаре, а не то, что у меня одето. А почему так? Это же... Ну правильно, это же неправильно. Хорошо, миазму мы забрали. Давайте еще вот это вот... как раз на нем испытаем немножечко. Тут 49, неплохо. 346 копьем. Акула 280 одноручная. 508. Что-то там еще прилетело ему. Жрец побеждает. Так, отлично. Тут на два хватило. Я тут только что рыцаршу еще накормил. Стеклянный флакон. Та-та-та-та-та-та-та. Бочонок, стеклянный флакон наполняем. Отлично, у нас хватилось... Не-не-не, чувак, отвали. Просто подряд рубить его, пацаны. А их обыскивать вообще? Или освежевывать? Освежевывать можно, из них можно бледную кожу получить. Ну-ка, иди сюда. Любую штуку, которую я могу получить из этих кусков говна, я заберу себе. Тут ресурсами не разбрасываются вообще-то, если вы заметили. Так что... Если из этого смогу что-то сделать, бочонок пуст, бочонок пуст. Хорошо, погреб мы обнесли. Еще чернику нашли, потому что вот эти я не обыскивал. Тут ходили вот эти твари. О, привет!
Затерялся ты что-то. Бам! Ваншот. Обыскать. Ничего ценного. Да понятно, я на всякий случай обыскиваю скорее. Не потому, что я рассчитываю там что-то найти, а потому что, ну, блин, надо систематически действовать. У меня нормальный разум. Что ты мне тут начинаешь мозг делать? Ничего полезного, я тут я все забирал. Хорошо. Тут гвоздя нигде нету случайно? А то я вас знаю. Ай, чтоб тебя. Факел. Зажигаю последний, но я могу еще сделать, так что, в принципе, мне норм. Насчет лука, да, спасибо, вы мне говорили, пользоваться шифтом, но шифтом это нужно как минимум, чтобы у меня было две руки, и это маг не факт, что будет этим пользоваться. Блин, я бы на самом деле сейчас этого скелета забрал бы, если мог. Мечется из стороны в сторону, Рангвальд нервно напевает что-то, да-да-да-да-да. Напевает что-то, да-да-да-да-да. Он нервно напевает, на-на-на-на-на. Мне бы сохраниться теперь по-человечески. Давайте я, наверное, сейчас так и сделаю. Сохранюсь, а потом вернемся. Итак, ребятки, есть сохранение. Теперь предлагаю, мы можем пойти в дерево, мы можем пойти в пещеры. Давайте, наверное, сейчас прогуляемся по пещерам. Тем более за нами не гоняется больше воронка. Тем более мы вроде как... Может, попробуем мать, так ее мать, убить. Я хочу забрать каменную корону, я хочу еще несколько вещей сделать. Давайте, пока мы сохранились, попробуем мать рубануть. Камень душ. К тому же мне там насекомые что-то говорили, помните? Я не знаю, насколько это будет связано. Так, привет, скотина. Я не помню, насколько ты сильная. Помнишь, что-то вроде прям норм, но... Рангвальд... Так, это у нас с копьем. Ну, как обычно, бьем по конечностям. Неплохо. Да фиг ли! Только я сказал неплохо, просто сглазил. Ой, там что-то... Ай. Кровотечение. Это не проблема. Может оставаться в воздухе. Так. Мелкого ушлепочка уносим. Какой укус? Ты о чем? Я теряю... Погоди. Я теряю ногу? Я не успел прочитать. Офигеть. Загружаемся, ребят. Ушатали мать. Она успела клюнуть Кахару. Но в этот раз она, в принципе, только один раз ударила, и все. У Кахары вроде даже руки-ноги на месте. Ну-ка. Вроде да. Так, хпшки ему немножечко прилетело, но насчет этого я не запариваюсь. А, у нас второй раунд будет. Оно прибежало. Так, атака. Давайте мощными ударами по этому, по туловищу. Потеряла ногу, отлично. Промахнулась, молодец. Так. Я могу все так же быть. Ну, тогда мне пофиг на то, что она потеряла ногу. Отверстие обыскать, тянешь руку через это желтую слизь, сочащуюся изнутри. Яйцо карлика, супер. Не, все, мне нормально. Так, я могу ходить с той же скоростью.
Она будет, наверное, больше мазать из-за этого, но... Ладно, я переживу. Подойти. Выдавил немного желтой слизи. Это еще одна из... Короче, смотрите, что я говорю, что если я буду терять персонажей... О, тварь, а ты тут что делаешь? Я думал, я всех перебил. Просто тут у меня было загрузок 6-7. Я тогда пытался через Pocket Cat пройти, кстати. Pocket Cat пока тут нету. Вот этот ящик зато... А, я не могу его отыскать. Обыскать. Так, давайте покрафтим немножко. Во-первых, сделать предмет факел. Раз, два, три, четыре, пять. Сделать броню. Кожа гуля. Две. А зачем мне две? Не знаю. Кожа стражи, одежда из шкур, кожа гуля. Ну, кожа гуля мне на самом деле... Я их разочаровываю и так нормально. Давайте факелок. Значит, тут еще одна гадость где-то летает, да? Значит, я не всех убил. Ай, черт с вами. Мне пофиг. I don't care. I like it. Тут факелы я уже все поснимал. Рыцаря тут уже нету. Тут, наверное, белая гадость лазит до сих пор. Дарс. Я больше не могу. Может быть, ты можешь немножко отдышаться? Нет, я смогу. Я просто присяду. Да брось, Дарс. Нашему отряду нужна только женственность. И сильная ты воин. Незначительная та-та-та-та-та-та-та. Кахара. В смысле, если даже такой трусливый пройдоха может здесь выжить, то уж подобно, ты ж подобно, и подобно справишься. Не стоит так себя принижать. Я восхищаюсь твоей выдержкой, а ты прав. Благодарю, ты прямо у меня... Так, обращайся. Ага. Хи-хи-хи. Дарс, кстати, немножечко напоминает... Блин, у нее 63 менталка, вы чё? Напоминает Даркнесс из... Богиня благословляет этот мир из Коносубы. Вот, потому что... Так, погодите, а это... Проявить любовь? Да? Ни за что? Ни за что? О чем ты только думаешь? Погодите, у нас там есть где-то Хексон, да? Если я правильно помню. Тут осколки этого. Да, точно. Значит, наложить заклятие на снаряжение... У меня ноль малых... Минуточку. Ноль малых душ. Ножницы. Так, а вот это интересно. Не-не-не, погодите, я хочу этого... А король разве не здесь был? Ну, в смысле, не король, а водное чудище с короной... В смысле, Кахара жрать хочет. Так, атака. Давайте мы ему все в торс зарядим и просто дэмэджем его вынесем. Давайте. Сработает? А, понятно. Это сработает, но только он сначала мне Рангвальда убьет. Вот, кстати... Да. Вот маленькая душа. Отлично, для проклятия. Мы ее просто вынесем. Рангвальд, слушай, ничего личного. Я просто тобой сейчас тогда воспользуюсь, чтобы продвинуться дальше. Что у тебя? Погоди. Да не то. Что у тебя по предметам? Ритуальное копье. Очки, кожаный спех, минуточку. Напомните мне, пожалуйста, могу ли я собрать... А в смысле напомните? Вы же мне сейчас ничего не скажете. Это случится в этой серии. Мне надо будет где-то сохранить. Давайте я, наверное... А, молодец, красавчик. Кахару надо было покормить, я забыл об этом. Отрубили, отлично. О!
Так ты еще того, кого надо, бьешь. Глаз ему выколупайте, пожалуйста. Ну или вторую руку ему отрежьте. Но вторую руку не получилось. Есть, минус глаз. Супер. Но лапу мы ему не отколупали. Нет! Ладно. Язык ему обратно засуньте. И какой промах? Вот. Минус лапа. Язык еще... А, нет, все, отрубили язык, хорошо. Ну, вот это бьем по голове. Чем надольше оно мигает, тем быстрее мы его добьем. Ты же понимаешь, как можно ориентироваться по хпшке. Каменная корона очень высокого качества, бла-бла-бла, я знаю. Так, в общем, ребят, смотрите, тут есть куча гулёв. Ты можешь стеклянный флакон использовать. Стеклянный флакон. Воду. Использовать. Флакон с водой. Возьму два флакона с водой. Может быть, три флакона с водой взять? Давай. А сколько у меня их, кстати? Надо, интересно бы глянуть. Ну, ладно. Так, дружище. Пять серебряных монет. Еще эти еще освежую. Бледная кожа с них тоже падает. Так, хорошо. Кто там у нас голодный-то был? Кахара, 53. Ну да, допустим, это голод. Хорошо. Кожа гуля. А где жареный... А, стойте, вот. Еще его самого скоро кормить придется. Находишь чернику. Синий флакон. А фигли, я только что смотрел, у него было 53, он такой, бах, 49. Когда ты успел? На, хавай. Хорошо, это мы забрали. Я бы такой, чтобы, например, сейчас, пока мы недалеко, сходить сохраниться. Что скажете, ребят? Ну-ка, минутку. Ладно, сохранились, поехали дальше. Я, во-первых, он чуть не провалился, во-вторых, я с Рангвальда снял абсолютно... все снаряжение. Пока мы не будем драться. Кружится голова, умирает от инфекции. Офигенно. Поехали обратно. А, уйти. Здесь лежит Рангвальд. Видите? Его нельзя обыскать. Я с него снял все вещи очень вовремя. То есть у меня сохранение сейчас таким образом, что я могу его загрузить. И у меня будет живой Рангвальд, которого я успею вылечить. Или же я вот сейчас иду и приспокойненько забираю скелета, который у нас самый ближайший здесь. Как раз вот... Ну, вы поняли. Он лежит прямо вон в подземелье. Теперь следующий на вылет у нас Дарс, потому что одноногий бандит. Насколько это вообще, в принципе... Так, а к тебе... А, вот тут через кладбище, нормально. Я бы этого, на самом деле, Шекспира потряс бы. Ну, я понимаю, что мне не нужен этот файт, в принципе, но... Привет, дружище. А, вот так! Обалдеть! Даймон скелету. Ну вы чё, ну вы чё, ну это же скелет. Я думаю, кот меня поймет. Костян ничего не поймет в своей прошлой жизни, но его это, кажется, не сильно беспокоит. Меня это беспокоит еще меньше, дружище. Голода у него нафиг нету, разум... Стой, миазма!
Дай-ка мне, пожалуйста, тесак, скиметар. Я же не могу двуручной пользоваться, да? Наверное, я заберу 60-60. Давай, длинный меч я возьму у тебя. Оптимизировать. О, каменная корона, точно. Да, только миазму поменяем на длинный меч. А щит уберем. Супер. Так, дружище. Оптимизировать. Кожаный доспех, щит паука, миазма, кожаный шлем, странная кукла. Давай, наверное, вместо куклы я тебе, может быть, бутылочка воздушного парфюма. Аромат привлекает чудовищ и зверей всех видов. А как бы нафиг она мне, душа ворона, увеличивает силу того, кто им владеет. Да, давай. У меня тут... Я не знаю, какие есть подводные скелеты, какие подводные камни есть. Так, у тебя две руки. На тогда... Возьми тогда ритуальное копье. А я возьму, наверное, акулу. Оно на два побольше. Да, я ее оставил без щита. Кстати, у тебя? У тебя тоже кольцо крови. У тебя очки. Хорошо, нож, капюшон. Оптимизировать. Почему он мне странную куклу выдает как... Как что-то топ чего-то. Давайте очки, наверное. В общем, пойдем мы сейчас с Костянчиком сохранимся. Дарс, у нас следующая на вылет, если что. Минус один рот. Как бы это грустно-то не звучало, наверное. Но вот как-то так. Играя за некроманта, будь некромантом. Я видел где-то второго скелета точно. На этого я наткнулся. Я где-то видел еще одного, по-моему, в дереве. Если я правильно помню, я его видел. Вот. Но если что, я не побрезгую прям. Я схожу в интернете, посмотрю расположение скелетов. Просто я буду потихонечку... Мне еще два скелета надо. Мне еще надо два, теоретически. Минус Дарс. И насчет Кахары, блин, не знаю, почему-то я хочу, чтобы Кахара остался жив. Хотя бы в этот раз. Но, по-моему, не судьба. Итак, следующее сохранение. Мы будем знать, что вот тут Рангвальд еще живой, еще можно спасти. А вот тут мы уже ходим со скелетом. Так что то сохранение будет легко найти. Хорошо. Книжка... Как там книжка-то? Алхимелия, поэмы, приказы, мавры. Книга о древнем городе. Погодите, это не то. Она... Справочник, книга, просветление, сказка, магия, братство, доктрина. Она разве не называлась «Путь в Махабре»? А, вот она так и есть. А, обычно выглядящая книга. Так, мы сохранили все. Мы можем сейчас идти спокойно попадать под завал. Даже, наверное, у нас появилась маленькая душонка. Мы можем пойти проклясть что-нибудь из того, что у нас есть. Потому что призрака у меня сейчас может бить скелет, и я магией. Так, у меня, кстати, с разумом очень весело сейчас. Я же потратил 30-ку, я остаюсь практически без маны сейчас. Трупочку и, наверное, вот так вот и вот так вот. Жрец расслабляется. На фул его отрегенило, неплохо. Интересно посмотреть, как будет Костян себя проявлять. Такой парень заводной. Блин, я прям доволен, как слон, серьезно. Очень давно хотелось... Я, собственно, и начал это прохождение из-за некромантии. И вот это меня совесть грызла, что типа, ну тут же люди, я не хочу их убивать. А тут, ну так получилось. Так, а вот это я, кстати, облутывал. Хекс. Использовать, так, наложить. Одна маленькая душа есть. Я могу акулью зубы.
Скиметар. Акульи зубы 2. А, мне нужно... Я понял. Две души... Все, что-то я сначала на эти цифры-то не глянул. Ну, хорошо, пойдем как есть, а там будем посмотреть. Тут у нас переход на следующий этаж. Вроде да. А, это деревня дураков, да? Чертов факел. Они заканчиваются. Они заканчиваются. Я понимаю, что это звучит логично, но, блин, они заканчиваются. Привет, ребятки, отдыхаем? Давайте. Спокойной ночи. Дарс, помнишь своих друзей? Так, а нам случайно не сюда спуститься? Я забыл, как мне туда дойти, на самом деле. Да, тут ребята в полном трансе. Здесь можно поднять гуля. Гуля. Слабеет от голода, это не очень хорошо. Ну давай, пока еда у меня есть, на самом деле я могу... О, вяленое мясо. Я могу их кормить. Так. Вот он. Так. В нем что-то изучить. Похоже на высшем уровне, но рукоятка клинка можно видеть. Различные надписи. Меч застрял в стене, и ты не уверен, стоит ли вытаскивать его. Давай Дарс попросим. Ты, блин, умная очень, что ли? А, где оно там? Путь. Страницы об ушедших днях. Нафиг! А, ты будешь засыпать, открыть глаза, перед тобой предстает совершенно новый мир. Меч предстает у меня в инвентаре? Нет, стой, оружие. Синий грех. Для алкашей, что ли? Погоди. Прекрасный и легкий одноручный меч с длинной синей резьбой. На рукояти написано «Для грешников». С любовью. Так, ты лучше акулы? Hell yeah! Фига себе! Так, атак 72, акула 67. Но давайте я меняю, потому что это даст мне еще щит. Не, погоди. Да, давай акулу. Щит. Получается, что разум у него, кстати, потечет скоро. Ты у нас со щитом паука, с миазмой, с душой истязателя. Ты у нас с ножницами, латные доспехи, очки, кожаный шлем. Хорошо. Я буду ходить с синей вот этой фиговиной, с шинелью и каменной короной. Я красавчик. Пойдем. Силуэт начинает появляться. О, да-да-да, ребят, это же вы четверо. Хорошо, ты знаешь силуэт новых богов. Они пытаются смести старый мировой порядок. Франсуа, господствующий, сверлит тебя взглядом сквозь перещуренные глаза. Он кажется доволен твоим присутствием. Франсуа мы, кстати, убивали. Смертный решил сделать шаг к царству богов. Ты чувствуешь необъятную ностальгию от его искаженной улыбки. Остальные новые боги, кажется, не очень заинтересованы тобой. Измученный замечает тебя. Мидбойчик, Чамбра, слегка голоден. Так, по его образу видно... По его образу видны травмы и мучения прошлого. Ты чувствуешь отвращение от одного его присутствия. Что от тебя хочет, остается загадкой. Под его сверлящим взором по твоей спине стекает холодный пот. Еще увидимся. Я не спорю, увидимся, да, ребят. Двоих из вас я точно убью.
Силуэты растворяются. Дар слегка голодна. Все слегка голодны, кроме Костяна. Только Костян молодец. 5 огнив. Это вообще супер. Или огнив. 2 томата. Зеленые травы, которых мне так не хватало. Талисман очищения супер. Факел потух, но мне кажется, что здесь... 2 голубых флакона, фига себе. Здесь, я думаю, менталка может пойти в обратную сторону. Хотя, кто его знает. Город сильнее. Надо Дарс немножечко привести в порядок, мне кажется. Счастливую монетку. Давайте не будем сильно жадничать. То есть я убиваю своих подчиненных, но не совсем убиваю. Я пытаюсь... Флакон с вином 7. Я пытаюсь, чтобы они хоть немножко выжили. Да, угадал. Ты находишь древний талисман. Ты забираешь бдительное око с собой. Око мы еще с вами пощупаем. Как бы плохо это ни звучало. Пощупать око. Так, Махабра это, конечно, круто. Но мы с вами по Махабре уже шатались. У нас даже куб есть. Факел. 5 серебряных. 3 серебряных. Неплохо. Мы тут на какое-то время железную стрелу... Я вот не помню. Я помню, что... А, вот как сюда попадать. Кольцо с шипами. Как-то оно странно открылось. Пусто. Так, я слышу рычание. Меч я забрал. Погодите, я же выбраться-то отсюда могу. Теперь. Небольшим проблемам вполне можешь протиснуться. Изучить. Там кромешная тьма, похоже, трещина расширяется, если продвинуться немного дальше вглубь тьмы. А, подождите, я сначала посмотрю, что здесь можно сделать. Меня завалило, да? То есть я думал, что путь Махабра меня как-то немножечко в этом смысле выручит. О, я могу через этих парней выбраться, да? Или погодите, а или веревка, она одна... Нет, веревка двухсторонняя. Да. А, ну тогда все, я не вижу смысла здесь оставаться. Давайте я вернусь той же дорогой, сейчас сохранюсь. Смотрите, 2 пушки за сегодня мы с вами достали из 3 планируемых. Теперь нам нужно будет сходить за самурайской пушкой. Этим мы, наверное, займемся в следующей серии, потому что, ну, в этой мы уже просто не осилим. Это довольно большая вещь, это нужно пойти, найти, достать, сразиться. Это все, как говорится, не с конточка делается. Давайте тогда так, по еде, по разуму, в принципе, все нормально. У Кахары все фигово. Ну, то есть его подлечить бы, наверное. Посмотрим, может и подлечу. Не уверен пока что. Но мне хватает хилок, на самом-то деле. Посмотрим. Поехали пока что наверх, сохранимся. Смотрите, я очень доволен сегодняшними результатами. Получается, что 2 оружия мы достали, ворона мы ушатали, скелета воскресили. Практически задача максимум на сегодня выполнена. А, я даже с монеткой угадал. Вот это красавчик. Хорошо. Во-первых, что там в проходе, в который я мог проползти, пожалуйста, напишите мне. Потому что я не хочу... Ну, как минимум, я сейчас сохранюсь. Я могу, конечно, пойти проверить. Но на тот момент без сохранения мне не хотелось сделать это для себя смертельной ловушкой. Так вот, что там в той дыре? Если там что-то интересное, если я не сдохну, пожалуйста, не тролльте меня. То я пойду реально залезу туда, посмотрю. Я не против. А во-вторых, тогда в следующей серии мы с вами пойдем за самурайским мечом. И потом у нас получается, у нас есть ножницы, самурайский меч. Не, ножницы не считаются, погодите. Останется еще крутое копье.
крутое копье, которое мы пойдем, возьмем за 4 руки, нам нужно будет... Нам бы руки где-то поотпиливать, кстати. Может, у каких-то... У гулей каких-нибудь руки поотпиливать. Надо будет посмотреть. Мне надо будет 4 руки. А вот, в общем, такое. Давайте пока на этом заканчивать. Пишите, что вы обо всем этом думаете. А пока что у нас все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, попра. Всем ладушек. Всем покеда.